Соцработник Наталья Калашник вот уже 8 лет опекает одинокую пенсионерку Людмилу Пиденко. В поисках помощи для своей подопечной пришла на выездную прием комиссии Харьковского облсовета по правам человека. На прием принесла все документы, подтверждающие, что женщина одинокая, что нуждается в помощи, в защите. Попросила диван, так как много лет уже дивану, на котором она спит, диван прохудился, пришел в негодность. Вот сегодня мы привезли диван. Работа моя так. За других просить. Потому что знаю, что у нее такая проблема есть. Что ей нужен диван, немає средств купить. Так как она часто болеет и вообще продукты покупает, ну, на одну пенсию уже. Когда привезли подарок, пенсионерка находилась в больнице. Поэтому представители благотворительного фонда имени Саркиса Давтяна вместе с соцработником проведали ее в медучреждении. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам пришли с подарками. Спасибо. А чего вы расстраиваетесь? Спасибо, дай Бог вам здоровья. Крепенького, крепенького. Мир вашему дому. Всех вам людных благ. А так остаться без родней. Господи, девочка, якая рада. Храни вас, Боженька, святые, что вы. Не плачь. И диван привезли. Конечно, привезли. Спасибо. В благотворительном фонде имени Саркиса Давтяна говорят, любой житель области может обратиться к ним со своей проблемой. Прием ведется ежедневно в гостинице «Харьков» с 10 до 12 часов дня. Также депутат Харьковского облсовета Александр Давтян дважды в месяц проводит прием граждан. В первый четверг и третий понедельник месяца. Встречи проходят в Доме советов. Оксана Зинковская, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».